завтрак номер 8. В кафе «Лес». Это пускай здесь то, что я. В парке «Музеон». И сегодня у нас светит солнце. И сегодня у нас отец Макай, который приехал в Ялту, да? В Греции я сейчас живу. О! Родился в Ялте, живу в Греции. На Святой горе Фон, на Уфоне. Вот так вот. Нам удалось изловить любителя искусства аж с Афонской горы. Самого вообще-то святого места на белом свете, да, для православных. И вот так получилось, что когда я приезжал по своим каким-то таким личным делам и обстоятельствам, у нас произошла, мы сделали выставку. Вот, выставку в галерее «Почерк». Угу. Вот, немножко такая обманная выставка, то есть такого, как бы, в принципе, вот как все, что как мы сейчас видим, обманное, да, такое, как бы, в постмодерн реалиях. Вот так и выставка эта получилась очень обманная. Давайте послушаем, как ее представит сначала вот сама галерейщица, что о ней расскажет. А, давайте, скажите, потом послушаем. В каком городе это было? Это было в Ялте, это вилла Елена. Вилла Елена – это такая самая дорогая, как бы, вилла, такой, он даже не бутик-отель, а настоящий такой дорогой отель, там, где останавливалась там Джей Ло, там всякие вот такие там крутые, то есть очень такая гламурная, настоящая вилла, такая очень гламурная, такая дорогущая галерея, где всякие международные такие проекты, всякие такие. И мы немножко сделали, ну, конечно, как это сказать, насилие там. Давайте сначала послушаем, что сама Кира расскажет, что сама галерейщица расскажет. Потом послушаем девочек, которые монтировали, которые помогали все это делать, собственно говоря, если бы без них они, у меня бы ничего не получилось. А потом я уже расскажу, абонентский номер занят. Видите, а потом я расскажу, какой был концепт. Понимаете, потому что, как и все концептуальное искусство, ну да, то есть речь идет о концептуальном искусстве, где концепт лежит в основе. Угу. То есть не изображение. Не акт, не актуальное искусство, а именно концепт лежит в основе. Ну, то есть идея. Да, в основе лежит идея. Вот. И, идея, вот, по выражению господина нашего замечательного Игасета, угу, да, испанца, да, великого Артега Игасета, да, он говорил, что, к сожалению, современное искусство от масс перекочевало как бы в элиты. Угу. То есть и идея становится доступна лишь вот неким таким избранным, кто там был. Ну, это мне, мы. Наверное, это и вы тоже, но мне было радостно, как? Что дети поняли. А, и мы, да. Это мне было радостно, что дети поняли. Угу. Вот, потому что там очень мало кто что понял, но мне было радостно, что поняли дети. И мне было радостно, что поняли вот близкие друзья, которые вот, они, например, вот я никого не предупреждал, но все близкие, вот мои друзья, они все пришли в черном, например. Вот они как-то это вот. Ой, действительно, настоящее вдохновение. Нет, это вот именно любовь, которая имеет свое провидение, понимаете? Это не просто так вот раз, и сегодня вот вы тоже видите, как. Мы сегодня разоделись вообще как на бал. Итак, у нас сейчас вот Машуня, которая монтировала, это... А что-то я не получила ни одного письма, кстати, от девушек. Вот, Марусь, ну нет, она послала, конечно, там и письма, да, там через WeTransfer вам должны были прийти и фотографии, и музыка там соответствующая. Вот, в Ялте существует такое объединение «Тахир». «Тахир» — это творческое объединение художников и ремесленников. Красивое вот. Название греческое какое-то. Да. Это дело в том, что это такие бездельники, ну, как бы такие работники, которые, такие бездельники, которые, кроме основной работы, находят еще время что-то такое, как бы делать, чтобы поддерживать тонус. Вот туда входят и несколько керамистов, и мозаичники, то есть это больше как бы такие ремесленники, которые ориентируются на утилитарное тоже искусство. Потому что вот момент того, что искусство оторвалось от своей утилитарности, от своей базы, от своего истинного предназначения, это один из сегментов вот этого кризиса в искусстве, который мы сегодня наблюдаем, и о котором мы будем говорить, собственно говоря, чему была и выставка посвящена. Ночь – это как бы такой глобальный кризис. Этого мы коснемся. Я просто хочу, чтобы представить, вот, девчонки, что это, что такое «Тахир», чем они вообще занимаются, и, вот, и как эта вообще выставка, собственно говоря, явилась. И потом наберем нашу галерейщицу, а потом мы обсудим концепт этой ночи. Да. Алло.
Мария Джерменовна, вы в эфире. Вот Елизавета Плавинская и с ребятами делают эту передачу. Да, да, да. Расскажите, пожалуйста, о Тахире, что было в этом? Спросите вы, Елизавета. Ночь. Да. Да, ну, или две стороны ночи. Или две стороны ночи. Я предупредил, что нужно будет рассказать. Было все очень забавно, и сверхъестественно быстро все это распечатывали с его телефона фотографии ночных съемок со Святой горы Афон, который он сам делал. Постеры нам ребята делали на киностудии огромного размера, все это увеличивали. Проекторы собирали у друзей. Там делали нам видеоряд, присылали друзья отца Макария, это были очень красивые съемки, люстры серебряной из храма, из монастыря Дещар, это все очень красиво смотрелось. Черно-белым, причем мы еще сделали черно-белым специально. Лаванду, лепестки, розы, сыпал пол в галерее, это было, в общем, все это очень нарядно смотрелось. Я говорю еще, Мария Джерменовна, что не все поняли, о чем, собственно говоря, шла речь. Ну, это была такая инсталляция, которую там не надо было особо, может быть, понимать. Нужно было все это просто смотреть, впитывать, рассматривать, как-то атмосферу. Это, мне кажется, так. Не очень. Хотя речь была очень вдохновенная. Все это, там, на мой взгляд, все это было понятно, о чем идет речь. Может, сейчас еще подробнее как-то. Хорошо. Ну, будем теперь галерейщице Микире дозваниваться. Спасибо большое за рассказ. Передавайте привет, и вам пламенный привет из Ялты. Ага, ура! Ялта, мы вас любим. Давайте. И мы вас правда. Любим. Рада слышать всех. Итак, что скажет галерейщица наша? Как она отреагирует? Как она мыслит? Было ли это нарядно или было это мрачно? Потому что на самом деле, я не знаю, как это было нарядно, если все было темно. Вот. И специально был отключен свет, вот. Атмосфера была, то есть все было в полной темноте, на полу были разбросаны огромные кусты лаванды. Боже, у меня уже просто зависть, страшно. Которые наполняли помещение особым запахом. Посмотрим, что наша галерейщица. Алло, Кирочка. Да, приветствую, да. Кирочка. Да, ну что, вот мы с Елизаветой вышли вот в эфир. Здравствуйте. Не слышу вас вообще. Да, Кира. Не слышу еще раз. Ну, как сейчас, слышите? А, да, здравствуйте, да, слышу, конечно. Да, Кира, ну расскажите, что у нас было 15 августа 2016 года? Что это? А давайте трубочку. А мы вам, вы уже в эфире, давайте, рассказывайте. Здравствуйте, все, кто меня слышит. У нас было замечательное мероприятие, называлось «Две стороны ночи» или «Обе стороны ночи». Мероприятие проходило вечером, туда с переходом в такую вечернюю ночную часть, поскольку было летом, поэтому довольно поздно мы начинали, но всем очень понравилось. Инсталляции были у нас были цветы, лаванда на полу, розы, это было очень красиво, когда сходили в галерею, такой прям запах стоял замечательный. Ребята сделали видеоинсталляции на стенах, ну, в общем, там либо экраны можно использовать, у нас были стены тоже задействованы. У них красивые картинки всякие разные были, музыка, специальная подборка была музыкальная, диджей работал. Какой диджей? У нас Макарин или не диджей был, да, а, по-моему, мы записывали эту музыку. Ну, те сеты, которые мы заранее готовили, но можно живой диджей как работку. Это были стихи, выступления. Ну, здорово, нам понравилось. Такое атмосферное мероприятие. Ничего не понятно, но очень здорово. Ну, вот это вот, к этому мы сейчас идем. Сейчас будем разворачивать. Что было на изображениях? Сейчас я все расскажу. Все, Кирочка, отключаю вас. Спасибо вам огромное. Процветание вашей галереи. Побольше зрителей, покупателей и вообще художников. Как вы слышали, конечно, речь шла о настоящем обмане, которое, собственно говоря, и свойственно современному искусству. Но девушки в восторге до сих пор, хотя в том-то выставка была полгода дело назад. Дело в том, что моя задача была так обмануть благостно, понимаете? Mm-hmm. То есть, когда мне сказали, вот, что мы хотим сделать, ну, давай, говорит, когда ты приедешь, сделаем выставку какую-то там вот в галерее, там, что-то придумаем, какое-то мероприятие. Я тогда задумал сделать выставку под названием «Пальмира».
еще тогда не существовало вот этих вот боевых действий, которые сейчас начались. Но я уже знал, что это о том кризисе, поскольку я за ним слежу очень давно. Вот, еще несколько лет, там оно все развивается очень долго, этот саботизм. Да, там давно, на самом деле. Я сейчас все расскажу об этом. Как вот. Изначально выставка задумывалась под названием «Пальмира». Она должна была выглядеть... Это такой... Она должна была выглядеть, как вот любой минимализм в музыке. Например, вот кто знает, вот в минимализм музыки, там коллаж, существует коллаж, как бы из разных произведений музыкальных миксуется просто так все, и создается как бы новое произведение. Это такое как бы вот, это не развлекательное даже, это просто, ну, такое, как бы, манифестация вот того состояния общества, в котором мы живем. Так вот, «Пальмира» должна была выглядеть следующим образом. Какая-то девушка-модель из Тахир должна была одеться в одежду стюардессы, которую мы хотели заказать, вот из вельветового костюма, и сесть за большим вот таким вот, как это называется, бронестеклом. То есть я даже договорился со строителями, которые строят у нас большие многоэтажки. Это может быть в стиле, например, вот этих вот, вот скульпторов, которые из Сан-Франциско, которые Ричард Серра, я не знаю, может быть, вы слышали Ричард Серра. Отличный, который, мой любимый. Который делает вот эти вот, это должно быть установлено было большое стекло, вот, и за ним должна была сидеть стюардесса и курить. Ага. Да. А сквозь нее должен был проектироваться как бы авианосец. Который авианосец, на который садятся и взлетают самолеты. То есть такой сэмпл простой, такой луп. Просто он то взлетает, то садится, то взлетает, то садится, она сидит, курит. Все, и больше никаких, значит, произведений. А следующий зал вот этой вот выставки, он должен был быть посвящен тому, как делается инкрустация, то есть технология инкрустации сирийской. То есть это распечатываются фотографии вот пошаговые, как вот, например, перламутр, как он обрабатывается, как он, вот, и вот с фотографией и рядом комментарий, понимаете, пошаговая вот технология инкрустированных предметов. Вот так задумалась «Пальмира». Но я просто испугался ее делать, потому что я не хотел из девушек делать отрицательного героя. И дело в том, что рядом с галереей живут дети, которые, я знаю, что они придут на выставку, они обрадуются, что я приеду. Вот. И тогда мы решили просто все посвятить ночи. Так. Просто я говорю, что «Пальмиру» отменяем отрицательного героя, отменяем как бы антихриста, потому что я не хочу, чтобы дети это видели, потому что они потом могут расстроиться. Это может воздействовать слишком сильно, понимаете, на них это такое, тем более контраст одного с другим. Вот. И мы решили сделать ночь. Вот. Ночь – это, значит, мы взяли просто, мы ничего не взяли. Мы взяли просто фотографии и выключили. Девушку, все, отменили и просто выключили свет, и просто все, выключили свет. И сделали вот этот запах лепестков и лаванды. И кое-какие фотографии, которые со Святой Горы я делал. Вот. И музыкальное сопровождение, над которым я работал там с местными вот ребятами в студии. Вот, там мы делали специальное музыкальное сопровождение. И перед этим просто искренне рассказали концепт. С самого начала написали, ну чтобы, то есть такой обман, но не такой честный обман, благостный обман, обман во благо, понимаете? Вот. И а вот в чем же обман? Что же может быть поэкраснее фотографии со Святой Горы, ну, куда девушкам, да, например, вообще всем нельзя? Ну да, нет, конечно, там и фотографии были выдающиеся, и сама атмосфера там, вот, конечно, была. Там просто люди, ну, они не настолько глубоко прониклись этой темой ночи. А тема ночи, она очень актуальна, потому что вот и в современном искусстве, вот, среди вот современных художников, и среди современных философов, и среди современных музыкантов, тема ночи становится все более и более актуальной. Потому что ночь – это такое время, когда ты не видишь, когда у тебя не ясно, что у тебя впереди. И тема ночи формируется потому, что общество отказывается заниматься своим будущим. У общества наступает декомпозиция собственной воли. Оно как бы, общество не являет мужского начала. Вот ориентация на север, как говорил, например, там Гидар Джамаль, он говорит, ориентация север, да, то есть юг – это мужское начало, север – женское начало, да, то есть юга на север ориентируется. Это некое волевое изъявление, некий радикализм, который необходим сейчас, там, да, вот в обществе, его, он отсутствует. А святые отцы так говорят, что грех есть болезнь воли. И вот когда воля, она как бы вот ясна, направление ясно, присутствует свет. Да, вот, например, у нас освещает свет, свет есть некое напряжение. Всегда. Ну, да.
Свет – это всегда некое напряжение, это столкновение, некое, это тот катарсис, вот, самый настоящий, собственно говоря, он через волю, вот это очищение, которое должно искусство приносить, вот, оно должно пройти благодаря воле, понимаете? Вот. На волю нет полной надежды, то есть воля не является абсолютным лекарством от болезни. Ну да, она же может в ментализм. Да, она может и так, и так. Но без нее, без воли тоже нельзя. Это как машина без руля. Руль тоже не является основной частью. Правильно? Там в машине существует там карбюратор. Руль придумали сомневающиеся. Да, да, да. Да. Вот. Но с другой стороны, без руля мы тоже не можем. Это вот та же самая воля, это как руль. Понимаете, как вот, это то, что надо настроить. То, чем ты должен управлять. И тогда ты можешь совершать какие-то действия. Вот. Недаром, что, вот, например, современный мужчина не рассматривает женщину. Он, например, современный мужчина не видит женской красоты. От этого женщина становится некрасивее. Ну, конечно. Понимаете, если мужчина, вот, допустим, рассматривает красоту и рассматривает правильно эту красоту, то женщина от этого становится красивее. Она чувствует это внимание. Она чувствует это внимание, ей необходимо это внимание. И если мужчина как бы не способен рассматривать, а не способен он чего? От отсутствия своего героизма. Понимаете? Ночь – это эпоха, где нет богов. Ночь – это эпоха, где нет героев. Ночь – это эпоха, где светят черные маяки. Ночь – это эпоха черных чудес. Понимаете? Вот черных чудес, которые не приносят своей пользы. Ночь – это эпоха иллюзий. Настоящие, которые не делают, как это сказать, ночь – это такая вот эпоха, как бы время суток такое, которое может или созидать, когда ты входишь в абсолютный радикализм, понимаете? Или если в тебе нет этого настоящего радикализма, она не созидает. Заходите, кафе работает. Не бойтесь, можно шуметь нормально. Да. Если нет этого радикализма, то ночь становится неким пассивным, то есть оно активизирует ноктюрны, так называемые, мифы ноктюрнов. Мифы ноктюрнов – это мифы о маленьких животных, мифы о мальчиках-спальчиках, мифы о мужичок с ноготок, о синей бороде, понимаете? Вот это мифы ноктюрна. Мифы диурна – это мифы, которые мифы о мече, мифы, когда дракон и любое животное, а любое животное – это прежде всего дракон, по Жильберу Дюрану, это прежде всего дракон, понимаете? Заходите, кафе работает, все нормально. Ну, о том, как человечество вошло вот в эту эпоху, ночью, быть может, и стоит продолжить. Слушайте, потрясающе. Просто, во-первых, я хочу аплодисменты. Браво! Это... Вы мне открыли глаза. Я просто... Ну, мы все время дискутируем, пытаясь определить современную эпоху, но делаем это как-то дико вяло, чужими какими-то словами скромными. И как будто все время боимся. А вы такой дали прекрасный... Дело в том, что наша дискуссия, она основывается на полной замкнутости. Люди на самом деле не способны, они все менее и менее способны общаться друг с другом. Вот этот аутизм развивающийся, вот он, например, виден. На самом деле, чтобы вот говорить об искусстве, можно, конечно, сказать вот словами, как мы говорили, Ортега и Гассет, что вот современное искусство ушло в элиту, что масса стала без искусства. Но в то же время мы, то есть люди, которые разбираются в искусстве, они могут вот по самым простым вот этим вот сегментам общества понять, что происходит в мире, понимаете? Потому что люди искусства – это люди, имеющие очи, имеющие уши, имеющие нос, имеющие рот, понимаете, голос, руки. Понимаете, это специально, ну, как бы это тоже элита. Да, дело в том, что искусством вообще-то, вот в индийском обществе искусством занимались только брахманы. То есть только священное, искусство не давалось там ни кшатриям, ни шудрам, ни вайшам, там, никому. Искусством занимались только брахманы. То есть это определенно одаренные люди, которые... Ночь есть ночь. Вот. Все не так, как есть на самом деле. Ночь есть ночь, слезы, грезы, миражи. Ночь есть ночь, и надежды снова не согрели. Ночь есть ночь, одиночество души. Ночь есть ночь. Вот. Раньше вот искусством занимались, то есть искусство все-таки удел избранных, но одаренность – это всегда ответственность.
Ну, да. Вот Христос, прежде чем посылать своих апостолов, он сначала их одарил, но сразу же за этим даром он дал им задание определенное. Понимаете? Он сразу же за этим даром дал им и задание. То есть, когда мы говорим, что я разбираюсь в искусстве, в современном искусстве, или там не в современном, мало ли кто какой специалист, там, может быть, там, например, госпожа Паола Волкова не была большим специалистом в современном искусстве, как, например, госпожа Кулик. Понимаете? Нет, Паола разбиралась во всем. Во всем, она да, разбиралась с моими родителями. Ну, может быть. Да, да, ну, может да, быть. Да, есть, да, не, не все было равно, но смысл в том, что это всегда ответственность. Когда у тебя есть дар, рядом с даром идет и ответственность. Понимаете? Ну, да, конечно. Вот. И что наш ответ? Что мы видим? Мы видим развивающийся аутизм среди людей. Дело в том, что вот возьмите хотя бы школьников. Я вчера все утро смотрел за школьниками. 8 из 10 школьников носят наушники. Ага. А дело в том, что мне родители. Нету юбки, у меня есть да, наушники. Да. У меня родители, странно. Например, музыканты, вот, они мне запрещали слушать музыку в наушниках, чтобы сохранить свой слух. Угу. Понимаете? Вот. А представьте, сколько всяких, например, аварий вот из-за этих школьников, которые ходят в наушниках. У нас подружки трижды попадали под машину. Это настоящая как бы, тенденция аутизма. Понимаете? Потише. Да. Тенденция аутизма это есть suicidal tendencies. Угу. Понимаете? Она как бы разрушительная тенденция. Это тенденция самоубийственная. Это как бы тенденция перманентного развития саморазрушения. Вот. Это и есть перспектива ночи. То есть на самом деле вот эта ночь, вот Богу ничего не слушайте, надо. Слушайте, а я ночь так люблю. Да. Нет, дело в том, что мы, почему мы и делали две стороны ночи. Угу. Вот, как бы есть, существует вторая сторона ночи, которая должна дать, как бы вот дать этот всплеск. Понимаете, когда ты опускаешься до полного, как бы вообще кризиса, об этом вот Иван Александрович Ильин очень хорошо говорил. Этот, все осады русские, они всегда поются из бездны. А, вот. Ну, то есть ты всегда должен дойти до этой бездны. Я не знаю, насколько, я, конечно, греки, когда это слышат, и у них сразу же топот ногами, они это не признают да, никогда. Не нет, у них святость, вот чистота и свет, это всегда он с самого начала до конца, понимаете? Вот, у нас как-то не может быть по-своему, может быть потому, что у нас на самом деле географическая позиция такая. Мы очень много, дело в том, что море и юг вообще, он оживляет. Оживляет чувства, оживляет вот, органы восприятия, вот эти вот как члены ну, вот, восприятия, осязания, обоняния. От этого больше активизируется мозг, от этого ну, вот, и тело вот, легче бегать, легче дышать, легче пить, быстрее трезвеешь после того, как попьешь. У нас все процессы немного всегда помедленнее, понимаете? И нам, чтобы что-то создать, нам надо все это вынашивать и потом выдавать. Если грек, он, и от этого грек поверхностнее более, понимаете, а русский от этого более глубокий. Вот. Когда-то вот тетя Лена, да, наша, она знакомая, Елена Языкова, да, тетя Лена, она говорила, я не могу, говорит, я не могу понять, что это такое тайна русской души. А на самом деле никакой тайны русской души, там тайна очень проста. Тайна в ее географическом положении, на самом деле. Тайна в том, как человек воспринимает космос. Вот и вся тайна. Как человек воспринимает космос, то есть окружающий его мир, это по-гречески мы говорим космос, окружающий его мир. Вот. Он так воспринимает и Бога, и ближнего, понимаете, как это все. Вот как он воспринимает окружающий мир, что он вот те визуаль, тот визуальный ряд, который вот пейзаж формирует сознание, говорил один архитектор. Понимаете? Тот визуальный ряд, который он видит перед собой, он формирует его сознание, он формирует его мировосприятие, боговосприятие, женовосприятие, мужевосприятие, детевосприятие, искусство восприятие. А как же нам фотки найти? Я же вот, все и все вижу. Прочее. А может переспросить у барышни, на какой адрес они посылали, потому что почему-то у меня вот... Витрансфер, там должны были ссылки прийти. Витрансфер? Сейчас посмотрим. Нет, не вижу. Нет, ну ничего страшного. А покажете на следующем еще? Завтраке, обязательно найдете на следующем завтраке. А мы завтраке. Не можем их еще раз попросить? Не, ну можно, конечно, они у меня где-то есть. Они везде, ну есть там, они где-то и в дропбоксах там есть. Просто сейчас, у меня, к сожалению, видите, я такой юзер не очень серьезный.
Да, ну как жалко. Потому что вы так рассказываете прекрасно и такие глубокие моменты затрагиваете так смело. И все так становится... И хочется, конечно, сразу же увидеть. Вы увидите обязательно. Но это, конечно, обман. Там все это мы сделали очень так гламурно. Там все это так выглядело. Пришли, почему? Вы знаете, еще вот ночь очень связана вот с тем гимном 21 века. Вот я называю «Духаст» песню гимном 21 века. Это да. Как бы такая радикальная секулярность. То есть вот когда мы можем, если мы, у нас есть еще время, мы коснемся, как человечество шло к ночи. Да? Ну вот, допустим, вот как самая радикальная секулярность, то есть когда человек остался без мира, без друг друга и без Бога, угу. Вот, это именно вот, вот духаст, понимаете, это даже уже постницшанский вообще такой как бы манифест. Угу. Духаст, там такой смысл, что я воззвал, ты не ответил. А, да, мы в этом мире живем, вот это я узнаю. Я воззвал, да. А ты не ответил. Или еще было прекрасное у Бьорк, например, там произведение «All is full of love, your phone is shut». Ага, вот, да. Были такие слова, я фон шаг. Или как мы между собой называем это односторонним движением, когда человек сидит, и он тебя не воспринимает. Угу. То есть ты с ним разговариваешь, а он тебя не слышит. Понимаете? Но он же ведь слышит на вот. Самом деле. Вот дело в том, что личность, концепция личности, вот, именно вот как это особенно мы православные воспринимаем, концепция личности подразумевает... Действие? Нет, подразумевает присутствие... невидимого субъекта. То есть вот я, например, могу не быть на свидании, но человек, который меня ждет на свидании, он чувствует, что я там, что я бегу. Понимаете? Об этом в VI веке очень хорошо писал преподобный Максим Исповедник в своем послании к африканскому консулу, этот Иоанну Кувикуларию. Это такой был византийский консул в Африке. Иоанн Кувикуларий. Он ему писал, говорит, то есть любовь имеет вот это вот качество, как бы присутствовать, ну, на расстоянии. То есть она преодолевает вот время и пространство. То же самое и время. То есть почему у нас очень много, мы вообще в сумершине. У нас есть общение сумершины, на самом деле. Мы это, то есть лишить себя больше, своих... Больше, чем живыми зачастую. Лишить себя своих умерших, это самое большое безумие, которое человек мог придумать. То есть это вот глупее ничего вообще не придумать. Чем просто отрезать, верить, что все, ну все, да, все там, и вот они где-то там, понимаете? Это страшная глупость. Ну, это да. Настоящая глупость, вот ни в одной, вот никто, кроме западноевропейского общества, которое построено на всей концепции индивидуализма, вот, никто не мог такое придумать. Ни в Китае, ни там, ну, в Японии и Китае, можно сказать, параллельные там культуры. Ни в этот, ни вот эти наши братья-мусульмане, ИГИЛ наш поганый, там еще что-то там, никакие не католики. Никто не мог такое придумать, что мы не общаемся с... Вот, это только западноевропейское общество. Знаю, эта идея взялась именно с того момента, когда ночь начинает воцаряться на земле. Когда? Когда человек формирует идею индивидуализма. Это сначала как бы вот... Дело в том, что... Смотрите, как развивается вот та культура, в которой мы живем. Вот так или иначе связаны с эллинцами. Понимаете? Mm-hmm. Не мы это, ну, вот, я не знаю, мы этого хотели, не мы этого хотели. Но мы связаны с эллинцами. Вот. У эллинцев, как бы, вот их как бы такой золотой век, это досократовский период. Да. Вот. Дальше начинается, вот, по мере просветления, все больше и больше дальше от бытия и от основ бытия. Там уже, Платон уже... плавает там, то, что делает там Сократис, это уже фактически секуляризация как бы, мысли. Вот, чтобы, то есть, когда человек от космоса начинает отдаляться. Угу. Человек от космоса начинает отдаляться от космоса, начинает отдаляться от Бога. Это не потому, что там я это все сливаю в одно, это просто, чтобы проще было объяснить. И дальше, когда вот возникает, вот когда мы входим в эпоху вот этих всех монотеистических вот религий, там, как мы христиане, там, мусульмане, там, у нас тоже очень большая концептуальная карта. Да. Понимаете? Мы можем, вот, например, там,
я не знаю, мне может быть там какой-нибудь индус отчасти, например, мне ближе вот идеологически, там, да, или суфишка какой-нибудь, гораздо ближе там, чем, суфишка, вот, чем, например, жесткий какой-то протестант, который там, понимаете, once Protestant, forever Protestant, понимаете, который ну, неисправим там он, хотя он исповедует Христа, но как бы у нас с ним разные как бы вообще мировоззрения, понимаете? Да. Вот, и это как бы надо понять. И вот дело в том, что когда в 3-4 век, когда начинается но развитие... протестант вылезает сам, а буддиста надо внутренне воспитывать. Нет, дело в том, что буддист это и есть протестант тоже. Вот это, в индийском это буддизм, кстати, это тоже одно из таких вот серьезных манифестаций начала вот такого ночного периода. Потому что это был слом вот этих вот традиционных форм. Буддизм – это явление, когда ломаются традиционные формы. То есть это радикализм в сторону прогресса, понимаете? Да. Вот. А мы в этом плане, мы пессимисты, то есть у нас мы православные, мы не верим в прогресс. Для нас прогресс – это регресс. То, что вот говорят протестант, white anglo-saxon протестант, что у них прогресс, для нас, для православных, это регресс, потому что мы все больше и больше окаменеваем, ожелезневаем, отдаляемся друг от друга. Ну да, по православным особенно это хорошо. То есть у нас это все как бы регресс. Мы пытаемся, как бы, несмотря на. Ну... Слушайте, гениально. Да. Мне очень еще раз браво. Вот. И когда возникает вот именно вот основа вот настоящего православного богословия, я про личность просто хочу, про личность и про присутствие в отсутствии, и то, что вот современный человек, он одинок, и он находится в ночи. Вот об этом я хотел бы продолжить. Но ночь же наоборот так объединяет. В том-то и дело, что есть две стороны ночи. Как мы назвали эту выставку? Мы назвали я две стороны ночи. Нет, да, дело в том, что есть две стороны ночи, понимаете? Есть та ночь, которая становится по-настоящему интимным. Там, допустим, у кого-то свой интим с Богом, у кого-то свой интим со своими близкими, там, с детьми, с женой, с мамой, там, понимаете? С друзьями. С друзьями. С там, искусством. Да. С искусством, например. Да. Кто-то творит в этот пост, ну, как бы, называется, как слоган, который мы делали на этой выставке, был следующим. Однажды Александр Сергеевич Пушкин разбудил госпожу Гончарову и сказал ей, посмотри, что я написал. Она говорит, ох, Пушкин, ночь же дана нам для сна. Вот. Понимаете? То есть два разных восприятия ночи, понимаете, для одного. То есть это момент, когда ты можешь его использовать. Жена поэта, вот да, так, да. Стихи уже, вот То есть для одного человека, как бы, вот он может использовать вот это вот состояние ночи, когда ничего не видно, когда миражи, грезы. Когда не знаешь, куда идти, он может использовать во благо. Понимаете, вот если у него живет эта воля. Вот. Если у него воля не живет, он становится пассивным существом. И он поддается ночи, он поддается туману. Недаром вот у меня была речь, вот в ночь я посвятил речь вот непосредственно анализу ежика в тумане. Так. А там же тоже мало того, что ночь, еще и туман. В том-то и дело, что когда ты не знаешь, куда ты идешь и что ты делаешь, понимаете? На самом деле, мало кто вот анализировал, а в чем я просто занимался долго вот мультфильмами русскими, именно исследуя архетипы, как бы мифа, ну как миф, миф и архетипы нашего вот советского искусства. Вот я увидел, ну допустим, что такое Чебурашка, да, его минимализм, его такая средиземноморская, вот такая минимализированная вот, структура. И что, фактура даже. Вот. И что такое, например, Простоквашино? Настоящий радикализм, да, когда господин дядя Федор, вообще одно имя чего стоит, он говорит, у него две электрички. Электричка вперед, значит, в Простоквашино с правой стороны, электричка в Сочи с левой стороны. И он просто разворачивает ход, идет на электричку в Простоквашино. Это очень много значит вот, для детского сознания, понимаете? Что такое ежик в тумане? Ежик в тумане не осмыслен еще. Это действительно настоящее произведение искусства. Можно сказать, что господин Эрштейн, это вот как автор, например, «В траве сидел кузнечик» или «В лесу родилась елочка», автор одного произведения. Он может все, он уже может сидеть спокойно, больше ничего он не делать. Он может даже ничего не делать. Он уже может даже ничего не делать, сидит, да. Он уже просто, уже этого достаточно, да. Что он сделал, потому что это действительно гениально, и это пророчество. А любое искусство, оно всегда пророческое, понимаете? Вот. Он действительно пророчески объяснил о том, что наше общество не ведает, куда идет. И он очень мягко и ласково дал нам понять, что есть еще Мишка с этим вареньем, который зовет, понимаете, которому надо прийти и сесть, и успокоиться рядом с ним, упокоиться рядом с ним, понимаете, рядышком, спокойно, легко, чтобы это было
духовно, понимаете, общение. Говорит, ежик, где же ты был, я же тебя ждал. Это очень, очень серьезно. Дело в том, что вот, мысли, как бы так, которые мы унаследовали, та история мысли, которую мы унаследовали от Эллинса, она имеет свое раскрестие, свои перекрестки. Она имеет свою концептуальную карту. А один из этих перекрестков – это 4 век Александрия, когда неоплатонизм входит в наш мир. На самом деле мы плохо понимаем, что мы находимся в глубоком плену, в серьезном плену неоплатонизма. Вот. И христианам от этого очень тяжело отказаться, потому что совпали, ну действительно, вот этот вот эллинский неоплатонизм с его Проклом там, и с прочими там, философами. Очень сильно наложился на правильное восприятие христианства. То есть мне не показалось, я на него периодически натыкаюсь, на неоплатонизм, вот, думаю, опять об неоплатонизме. Нет, да, вот в том-то и дело, мы бьемся как бы вот, об это мировосприятие, но на самом деле вот то вот православное мировосприятие, оно другое. Это раскрестница произошла, когда монахи увидели этих образованных диаконов и священников, которые были неоплатониками, и ушли в пустыню. В Египте это Скитская пустыня, Фиваитская пустыня. Они просто взяли и ушли в пустыню. Понимаете? Mm-hmm. Вот этот радикализм. И они научились читать Евангелие просто. Без, да, вот, вот, это было очень без вот этой наслойки. Движение, да, без вот этого, да, без вот этого вот неоплатонизма. Дело в том, что западное европейское общество не смогло от этого отказаться. А то, как, ну, а после того, как стало экономизироваться общество, это 15 век, формирование вот этих вот всех крестовых походов, которые чисто экономические основы имели под собой, интересы, экономические интересы имели венецианские купцы. Mm-hmm. Понимаете? И голландская революция после этого, чисто экономические интересы. Да. И после этого Англия, и плотное формирование капитализма. Все это связано с тем, что культура мысли стала ангажированной. Mm-hmm. Понимаете? Она полностью, ну, стала быть подчиненной экономике. На самом деле мы не понимаем, как господин Кант, господин Бах, они были очень ангажированными. Да, да, мы тут были на концерте тетради Баха. Потрясающее произведение, оказывается, написано было для русского вельможи, у которого была бессонница. Бах сидел без денег. У него был сосед, буквально стенка в стенку, русский вельможа, у которого была бессонница все время. И вот друг помог другу. Ну вот видите как, то есть это надо понять, что, ну и самое главное, что формируется вот после 15 века, формируется вот, вот эта вот идея индивидуализма. Личность, она экстатична. Личность, она может присутствовать там, где она отсутствует. Да. То есть я могу, например, быть спокоен, я чувствую, вот где вы едете, допустим, да, вот я могу мыслить, в этом нет ничего, это не какое-то не сверхъестественное. Я чувствую, что все в порядке, вы едете. Можно вам не звонить лишний раз. Это гуманизм. Не беспокоить, понимаете? Вот. А индивидуализм, он, это значит экстатичное бытие. То есть бытие, которое связано с другим человеком, понимаете? Это когда вот девушка скучает за своим парнем, понимаете? Она все время присутствует вот перед ним, вот, в его снах. Она обличает его совесть, если он вдруг каким-то похотливым взглядом смотрит на другого человека. Понимаете, это экстатичное бытие, бытие личности. Бытие ну, как бы индивидуальности, оно совершенно другое. Оно как бы вообще-то и философы даже не называют его бытием, не называют его существованием. Потому что там... Кстати, да. Вот, потому что там сущность, прежде всего, это сущность, это индивидуализм, это ограничено, вот я есть, и кроме меня там никого нет, понимаете, вот, вот. И это, от этого все, вот и гастрономическая направленность современной культуры, от этого и отсутствие настоящей восприятия космоса, и настоящей эстетики. Что такое эстетика? Эстетика – это проявление непроявленного. Угу. Эстетика от слова эстасис, видение, эстасис – чувство. Угу. То есть это когда ты погружаешься своим духом, своим умом, своим сердцем, погружаешься в непроявленное и выдаешь это сюда, в проявленное. Но индивидуал, вот настоящий такой последовательный либерал, он не может этого сделать. Понимаете? То есть почему вот у либерального искусства нет настоящих плодов? Откуда весь вот этот минимализм и агрессия, прежде всего? Откуда агрессивное искусство? Понимаете? Это именно от того, что человек не способен, понимаете, сделать. Он действительно не способен. Но он как-то сам себе не доверяет. Да, он просто, он сам себе не доверяет. От этого и страхи, и всякие, куча комплексов. Почему? Да. Понимаете? Там, что такое вот не комплекс? Что такое комплекс? Комплекс – это комбинация чувств, скомплексованных в твоей душе, в твоем сердце, в твоем сознании, которые не дают тебе... Причем это может быть неплохие чувства, но они как-то, да, друг другу мешают. Да, но они вот друг другу мешают, потому что, да, что такое, почему? Потому что нет расслабленности. Что такое расслабленность? Что такое душевный комфорт? Это умиротворение.
Это настоящее умиротворение, которое Бог человеку дает, понимаете? Вот он как бы раз человек умиротворяет. Вот вы сегодня пришли, вы сказали, какая же прекрасная река. Ну как можно было не видеть эту реку? Как можно было на нее не смотреть? Вот если человек вот действительно спокоен, как можно ее не видеть? Я уже 25 раз ее сфотографировал так и так, и все отражения. Мы поэтому здесь и встречаемся. А, понимаете? Что река с нами. Вот умиротворение. Ой, у нас, знаете, тут было, мы говорили про наших друзей, которые, ну, как-то они взяли и умерли. А мы пытаемся продолжать их проекты. Угу. И сначала, когда мы говорили про мальчика, мы еще вот там сидели. Пришел селезень и стал ходить там за окном. А когда про девочку пришла утка, да. Было дико мило. Ну, то есть они просто вот в виде птиц, они такие, что типа, ребята, мы с вами. В общем, надо... В общем, река, она нам подыгрывает, да. Не, река, конечно, подыгрывает. Дело в том, что река еще, это наш хартленд русский, понимаете? Потому что мы так или иначе воспитаны на реке. Мы не воспитаны на море. Вот я воспитан на море. Вот я воспитан на море. Я родился там где-то. Но все равно внутри я так или иначе все время возвращаюсь к реке. Понимаете? В искусстве вот это вот свое внутреннее состояние, свое подсознание, свою способность ловить мировой эфир, ты не сможешь удержать. Он так или иначе будет транслироваться. Понимаете? Пишешь ли ты роман или пишешь ли ты какое-то... в пейзаж там или даже какую-то просто абстракцию, понимаете, так или иначе будет транслироваться твой опыт. Угу. Вот. Причем этот опыт будет транслироваться этот опыт так или иначе будет транслироваться на уровне мифа, понимаете? То есть прежде всего в человеке живет миф. Если этот миф геройский, вот если ему удалось, если он там не из рода парикмахеров, понимаете, которые берутся сейчас творить современное искусство. Потому что современное искусство, я вижу, творят парикмахеры, там и, может быть, эти, которые обувь чистят, они делают современное искусство. Потому что только вот это сама, поймите, что минимализм в форме. Дело в том, что минимализм в форме, это минимализм в мысли. Ну да, и причем современное искусство дело в том, туда что, идет большими дело в том, шагами, что, огромные когда силы. Мы, допустим, когда мы вот где-то вот музыканты, например, да, вот сейчас тоже слушаем, да, там, например, Джордж Пелецов, да, или там Владимир Иванович Мартынов, да, или там кто-нибудь там, Арво Пиаро, да, минималисты такие, классические минималисты, да, вот. Дело в том, что они все-таки слишком много выжили, прожили, или там тот же Сильвестров, да. Вот слишком много прожили, выжили, прошли и выдают то, что они выдают, как манифестацию. Но существует как бы просто профанированный минимализм, понимаете, который именно исходит из ограниченности твоего ума, понимаете? То есть человек уже видит, что вот так вот надо, понимаете? Он не способен, вот допустим, взять, например, современного... Пойму, к чему вы говорите. Сейчас я объясню. Взять, например, современного романиста, да, Харуки Мураками. Он очень большой писатель. Он очень большой писатель. Он писатель, во-первых, надо учитывать то, что он вырос на берегу моря. Он вырос там, где корабли привозят продукцию, то есть там всякая контрабанда. Контрабанда пластинок, контрабанда одежды, контрабанда книг, понимаете? То есть у России с Японией все равно так или иначе идет вражда, очень напряженные отношения. Но он сумел прочесть всего Толстого. Они нас любят, потому что у нас с ними вражда? Ну, вы знаете, они нас любят, потому что они уже такие мультикультур, что там уже такое, что там просто уже такое смешное. Они же любят нас. Вот. Ну, они уже сейчас все любят, вообще-то. Японцы самые модные, самые технологичные, самые любят Россию, точно так же они любят и Америку. Они могут спокойно сесть вот за этим же стаканом, вот сейчас посидеть, рассказать, как они любят Россию, потом пересесть за другой стол, рассказать, как они любят Америку. Понимаете, японское сознание, оно все, оно очень сильно от традиции, как бы, все отсечено прям мечом. У них как бы тоска вообще по традиции очень глубокая. Но, к чему я хочу сказать о минимализме, вот, например, вот этот вот писатель, да, господин Мураками, он воспитывался... Да, конечно. Ну, это гениально. Это абсолютно гениально. Это же минимализм, да. Вот в том-то и дело, это минимализм, но человек может, если ему надо, он сделает не минимализм. То есть он обладает... Он обладает словом, он обладает знанием, он обладает чувством времени, он обладает, он может из мирового эфира выхватывать то, что надо, понимаете? То есть он свободен в изложении своей формы. Угу.
А когда мы говорим вот о том, мы говорим о людях, которые не свободны в изложении своей формы. Вот что такое современное искусство. Это искусство парикмахеров, и которые чистят обувь. То есть люди, которые не способны к свободе изложения своей формы. Понимаете? Угу. То есть минимализм как выбор сознательный, да? Сознательный, либо да. Это вообще отсутствие выбора. Да, отсутствие выбора, и по полной рок, это называется рок, на самом деле это и называется рок. То есть рок и фортуна, это еще называл Максим Грек, который приезжал у нас в Лавре, в тюрьме жил в 15 веке. Вот, да, рок, рок это абсолютно детерминизм, это детерминация, то есть ты зависим. От какой-то судьбы, от какого-то. Вот это вот не свобода. Не свобода — это вот посев индивидуализма. То есть личность, вот личность и волевой акт — это всегда свобода. Когда ты не подвержен никаким влияниям. То есть хочешь так, то есть мы не следуем моде, мы создаем моду. Мы не следуем моде, мы создаем моду, понимаете? Да, мы иконы моды. Да, мы иконы моды. Вот можно так сказать, понимаете? А другое дело следовать моде, как бы вот что-то я увидел, вот там глянец какой-то там прочел, вот и мне побежал скорее там за скидкой, понимаете, или не за скидкой там. Вот. То есть это совершенно другое. Вот. Это такой минимализм, который в сознании он живет, понимаете? А все-таки большие формы, они все равно победят. Фундаментальная живопись победит, иконопись, миниатюрную, всякие там такие, все равно, вот просто большая форма, она будет, иначе человечество не будет, понимаете, иначе все, иначе полный антихрист. Большая форма должна быть, должны быть обязательно дворцы, должны быть парковые ансамбли, должны быть какие-то вот фрески невероятные, должны быть мозаики, которые могут там огромный-огромный храм украсить так, чтобы это было видно, что это не скорее-скорее на заказ, а что там мастер запирался и работал с крупой. Ну эти искусства, кстати, возрождаются постепенно. Возрождаются, конечно. Да, уже есть примеры очень удачных. Но возрождаются в России, понимаете? В России, да. Но все-таки Россия — это не весь мир. Нет, мы, к сожалению, такой довольно большой ломоть. Мы, к сожалению, настолько обложены. Понимаете, еще русское общество, оно... Мне очень нравится говорить вот именно не русский мир, там что, мне очень нравится говорить русское общество. Я нашел для себя такое вот прекрасное выражение. Да, он... Ночь есть ночь, все не так, как есть на самом деле. Ночь есть ночь, слезы. А кто это говорит? Соседка. Ночь есть ночь. И надежды снова не согрели. Ночь есть ночь, одиночество души. Ночь есть ночь. Дело в том, что русское общество после 15 века переживает страшный слом. Вот, то есть наша историчность, наша церковность, наше такое самосознание, все после Сергия Радонежского начинает все лететь просто в Да, полное. Есть такое ощущение. Все, оно начинается, а все, когда в эпоху модерна вступаем. Дело в том, что модерн вообще очень агрессивен. А почему? Модерн просто очень агрессивен, понимаете? Агрессивен. Модерн агрессивен, потому что он ограничен. Дело в том, что он секулярен прежде всего. Он отделен от Бога, от человека и от космоса. Он истеричен, агрессивен. Это и новые теории политические, это новые теории философские, это новые движения в живописи, может быть, и новый поиск Бога. Только кто ищет Бога? Тот, кто его не имеет. Это правда. Вот, потому что тот, кто имеет этого Бога, он его не ищет. Ну, да, понимаете, разве мама ищет сына там, да? Ну, она его ищет, если потеряла, ищет. Так обычно все в порядке, вместе, как говорится. Вот. И, то есть модерн начинает вот эту атаку на русское общество. И, конечно, это связано прежде всего с вот этим страшным расколом 1666 года. То есть русское общество толком его и не пережило. Понимаете, оно после этого начинается. Но его не пережил. У меня даже есть страшный своя версия на период. Эту тему. Ну, быть может, да. Потому что вот у вас две ночи в выставке, да? А вот раскол получилось так, что одна половина раскола сделала вид, что второй половины нету. А она есть. Она... Вы имеете в виду та младшая половина, которая была бегуны? Или та, которая основная, правая или левая? Не, ну те, которые остались у власти, они делают вид, что те, что которые... Тех, что бегунов что нет. Нету, что да, бегунов они нет. Же есть. Вот. Так нельзя делать. Это самая большая ошибка в построении государственности. Ну да. Ни одного человека, вот можно взять, вот в семь, даже семью взять. Вот если у тебя в семье даже кошку, даже кошкой ты пренебрег, у тебя уже все равно все не будет у тебя строиться. Кто это рассказал ужасно? Можно я расскажу ужасный анекдот? Да. Пришел недовольный с работы, кажется, папа.
накричал на маму. Мама пошла, накричала на дочку. Дочка накричала на котенка. Котенок пошел и повесился. О, вот видите. Нет, ну это и есть самая правда, понимаете? Дело в том, что нельзя забыть какие-то... Это как маленькая болезнь, вот, например, какой-то грибок на ногах. А ну, вроде он все равно он будет вонять или что-то там будет происходить, прошу прощения. Понимаете, ты не можешь его бросить. Понимаете, ты не можешь, или там какая-то вот ушные какие-то там эти не промыть, там, понимаете. Это все равно будет давать на себе, как, ну, будет процесс, понимаете, это патология, развитие патологических процессов, понимаете. Развитие патологических процессов ослабляет в организме, понимаете, действие. То же самое, оставили вот этот момент нерешенным. И начинается дальше вот эта вот проблема, она начинается, начиная она как снежный ком потом. Все, что связано дальше, вот этот весь постпетровский период, это настоящее насилие на церковь. А насилие на церковь... Да, ну там прям совсем есть. Нет, дело в том, что оно не просто там петровский вот период насилия. Оно все, что дальше, и там Иоанн Иоанновна, и Екатерина, да. И все, что вперед, и до Романовых. И до там единственное, что я не знаю, там, что говорят, что Иосиф Виссарионович хоть что-то там, хоть какое-то маленькое там дал чуть-чуть, там, хотя бы вздохнуть, там, и все, и то сразу же прикрыли, после него сразу же опять прикрыли. Вот. А на самом деле, да, а на самом деле, в чем проблема? Вот человек вот разве сможет? Вот у нас, например, вот взять литературу, да? Угу. Взять литературу. Существует такое понятие, как деревенская проза. Писатели-деревенщики, которые? Да. Угу. Да, у нас даже был один друг такой. Вот это. Дело в том, что это выдающийся вообще писатель, понимаете? Да. Астафьев там всякие разные. Там. Понимаете? Поэты наши, там, Есенин, там, да, вот, например, некоторые говорят, что у меня отец, когда слышал, что там Есенин какой-то пьяница, он сразу же уходил из комнаты. Он даже не мог такого слышать. А что, нельзя быть пьяницей? Не, ну просто когда ты будешь писать, если ты будешь пьяницей. Просто тот, кто занимается музыкой и кто занимается вот чем-то работой. Дайте нам экспертизу. Я просто говорю, что образ другой. Конечно, там это, там настоящее. Дело в том, что он, да, он может так себе представлять, позиционировать, там, каким-то позерством увлечься. Но он поэт. Поэт прежде всего пишет. Поэт прежде всего черкает. Поэт прежде всего занимается процессом экономии. Выкинуть лишнее слово из стиха, понимаете? Поэт это прежде всего ловить... глаголы, понимаете? Выбрать нужное слово. Это очень сложно. Я согласна, сложный. Это не дело общества обсуждать личную конечно, жизнь. Конечно, это причем здесь как бы да. Этот, он, какой он был там пьяницей, и мог бы ли он был быть пьяницей, чтобы столько написать и так написать. Угу. Понимаете? И в то же время, кто может посмотреть, сказать, что вот, допустим, там господин Есенин или там какой-нибудь, сейчас вот у нас этот умер Распутин, там, да, что они были какими-нибудь там неверующими людьми. Ну как можно такое себе придумать? Угу. Как можно? Это просто речь идет о том, что не существует вот этого вот настоящего соотношения, коннекшена, понимаете? Угу. Настоящее вот общество, куда бы они могли бы прийти в общество, понимаете? В нормальное да. общество людей, где бы их приняли, понимаете? Где бы их видели, где бы их приняли. Вот. А этот кризис существует, и такого общества действительно все тяжелее и тяжелее найти. Скажем, это правда, мне еще повезло. Довольно часто на стенку похоже, а не на сайт. Ну просто там ни о чем. Разговор не так уже пусто, что выросла капуста. Уже даже капуста не выросла. Уже даже капуста. Нет, дело в том, что это. А это-то проблема, это же наша проблема, понимаете. Это не чьи-то там вот там кого-то там проблема. Понимаете, это ваши, мои. Понимаете, мы ничем друг от друга не отличаемся, так вот просто по профессии там. Сегодня вы пойдете там картошку копать, я пойду огурцы копать. Вот и вся разница. Понимаете? Вот и все. А так-то, собственно говоря, у нас одни и те же, ну, как бы задачи, одни и те же дела. Мы-то живем, понимаете, дышим этим воздухом, но мы же должны, человек должен жить спокойно. Да, я очень согласна с этим. Человек должен жить вся спокойно. Вся эта гонка, все эти там дедлайны и прочее. Человек должен жить спокойно, это его задача. Поймите, да. Если он не будет просто спокоен. Просто жить, как вот. Да, утки, если он не будет спокоен, если он не будет умиротворен, если он не будет благостен, он ничего не поймет. Его мозги будут постоянно перевозбуждены, и там будет только тарахос, по-гречески тарахос, это смущение. Ясность видения может только быть при умиротворении, спокойном, настоящем умиротворении. Что такое умиротворение? Это прежде всего правильные взаимоотношения, понимаете? Да. Вот.
Вот они тебе дают все, ты дальше там. Когда у тебя совесть вот чиста перед своими, все, плыви куда, там делай что хочешь, горы свернешь. Вот. И именно индивидуализм, именно вот эта вот философия вот индивидуализма и либеральных начал, она не дает правильно выстроить взаимоотношения, понимаете? И от этого нет вот этого вот экстатического правильного бытия, когда ты кому-то что-то, когда у тебя есть ответственность, вот, тем более у людей искусства. Они же создают, понимаете, все-таки у них это им дорога. Хорошо? Спасибо огромное, потрясающий совершенно рассказ. Да. Я чувствую, что выставка была хорошая. Обязательно вы на следующем завтраке покажете. Да, кстати, мы ее покажем на следующем завтраке, мы домонтируем ее в кино. И трансляцию можно будет всегда посмотреть в YouTube и на сайте нашей передачи «Завтрак в лесу». И с нами был отец Макарий и рассказывал нам про выставку «Две ночи» в галерее... «Почерк». В галерее «Почерк» в городе... Ялта. Ялта. Вот. И у нас даже в первый раз в этот раз были прямо прямые связи с девушками сквозь телефон. И это был прекрасный завтрак номер 8 в кафе «Лес» в парке «Музеон».